Красноярскому краю пообещали финансовую поддержку из Москвы. Дмитрий Медведев провел онлайн-конференцию с руководителями регионов. Исполняющий обязанности главы Красноярского края Виктор Толоконский в беседе с представителем правительства заявил, что без федеральных субсидий региону не справится. Сейчас дефицит 32 миллиарда. За последние 4 года доходы оставались на одном уровне, а расходы возросли. Для сравнения, в 2010-м поступления в федеральный бюджет составляли 60 миллиардов. Сегодня 450. Кроме того, Красноярский край недополучает налоги на прибыль от крупных компаний. По закону бизнесмены могут создавать консолидированные группы налогоплательщиков. Из-за этого в бюджет региона поступает меньше денег. От создания консолидированных групп налогоплательщиков, мы сегодня эту цифру называли, она от 5 до 7 миллиардов рублей вот так колеблется. Но важно в июне месяце сейчас отработать с Министерством финансов, еще раз все расчеты сверить. Думаю, что, по крайней мере, в летний период мы уже будем точно понимать, какая помощь будет оказана.